Здравствуйте, ребята! Узнали меня? Мне передали, что вы все были послушны, заслужили подарки. А как мне очень А где мой Бойко? День Святого Николая считается у нас детским праздником. И, наверное, есть дети, которые нуждаются в этот день, ну, собственно говоря, каждый день, но в этот день особенно, в особом внимании. И в том, чтобы мы действительно в этот день не забыли подарить им подарки, исполнить их пожелания. Детки в детских домах, особенно паллиативные детки, действительно нуждаются в нашей любви, в первую очередь, в нашем теплоте. Пожелаем, чтобы сбывали все их мечты. Главное, чтобы они нашли свои семьи. Главное, чтобы они оставались здоровы. А мы, взрослые, давайте сделаем все для того, чтобы детки в такое волшебные времена, предновогодние времена, выполнили эти их пожелания, чтобы у нас была возможность выполнить эти пожелания. И каждый Новый год они встречались с улыбкой, с ожиданием счастья, с ожиданием своей семьи. Наступающим Новым годом!